Звездный лед – это первые соревнования в этом году на ледовой арене Дворца спорта. В них принимают участие около 200 юных фигуристов в возрасте от 7 до 15 лет из Рязани, Твери, Калуги, Нижнего Новгорода и других городов. Мария Романова только откатала короткую программу. Она занимается фигурным катанием уже 6 лет. Приехала сюда из Пензы. Я хочу дальше тренироваться и выступать, занимать призовые места и бороться, стать олимпийской чемпионкой. Каждый участник хочет продемонстрировать на соревнованиях все, что успел отработать на тренировках. Надо отметить, что многие из ребят трудятся над отработкой элементов не меньше 2 часов в день. Я уделяю много времени тренировкам. Я хожу на массовые, которые тут проходят, отрабатываю элементы, учу новые, но достигаю новых там уровней. Фигурное катание – это не просто вид спорта, а целое искусство. Удивительное и завораживающее единение атлетики, танца и музыки. Нечто совершенно особенное, сочетающее в движениях спортсмена красоту и гармонию, быстроту и уверенность, точность и свободу. Это очень красивый спорт. Я считаю, что один из самых красивых, очень популярный в Рязанской области, особенно после Олимпиады сочинской, после того, как наша воспитанница Александра Трусова достигла таких вершин. Детям очень нравится, кто приходит в фигурное катание, а это увлечение остается на всю жизнь. Организаторы надеются, что областные соревнования по фигурному катанию на коньках «Звездный лед» станут традиционными. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».